номер лота 7862, КТМ 390 Дюк. Очень модный байк. Контрольный осмотр перед упаковочкой. Покрышечка четверочка. В ближайшее время без замены. Тормозной диск отличный. Износ не чувствуется. Колодки в остатке практически 100%. Явно вилочка обслуженная была. Пыльники, сальники целые. Модная габаритная лампочка светодиодная стоит. Камышовки, слайдера. На слайдерах следов потертости нету. Ездили явно очень аккуратно. Задний аморт шток в отличном состоянии. Выхлоп не ржавый, не кислый. Задняя покрышечка 3 с плюсом. Тормозной диск также практически без износа. Колодочки в очень хорошем состоянии. Диски не облезлые. Стоит багажник на мотоцикле. Цепи не вытянутые. Звезда без замены. Цепь обслуженная. Резинки на педалях целые. С левой стороны слайдер немножко асфальтер чувствовал. Буквально небольшие царапинки. Сиденье перешитое. Стоит держатель для телефона. Пробег на мото составляет 23 596 километров. Отлично заводится, работает. Свободный, может уехать к вам.